Ну, на минувших выходных в Одессе прошел всеукраинский авиафестиваль. Для полетов пригласили 20 пилотов со всех уголков нашей страны. Что интересно, самому молодому участнику всего 24 года, ну а самому старшему 77. И это обе женщины. Такие авиашоу очень важны, потому что в данный момент малая авиация находится в значительном упадке. Сейчас нету финансирования, нету помощи молодым пилотам. Молодежь не завлекается. Участники авиафестиваля могли насладиться авиашоу, сфотографироваться с самолетами и даже стать настоящим пилотом, записаться на обучение в специализированную школу.